кошка чуть не доела. Забираем, ей надо погулять тоже. Да ее левады, мне ее как-то тащить не особо хочется, но смотрите, Серега какие сапоги сделал, красавцы сделал ей. Теперь она может нормально хотя бы ходить, хоть ее можно довести до левады. Поэтому мы пойдем в ближнюю леваду, там, где гулял раньше Марик. Видите, мороз какой, у нас даже ворота немножко прихватило. Открываем, выходим, закрываем, чтобы конюшня сильно не охлаждалась. Пойдем, Ирис. Бабошка. Ну, крутая бабошка вообще такая. Молодцом она. Хочешь туда пойти? Или куда? Выбирай, можем на эту леваду пойти. Куда ты хочешь пойти? Она хочет туда пойти. Ну, идем. Бабка, видите, куда ты по льду полезла? Бабушка, куда тебя понесло? Аккуратно. Туда, на свое место. Ну, ничего, пройтись нам тоже полезно, потому что сколько мы отстояли, аккуратней. Ты, кстати, шла бы, я тут солью просыпала была. Бабо, шла бы, блин. О, куда ты лезешь? Вот и сюда иди. Вот, иди туда. Вот так вот. По дорожке иди, она солью внизу посыпана. Бабо. Баба. Тихо, тихо, тихо. Все, стой, стой. Иди, бабуль. Аккуратно, тут тоже солью посыпано. Ты прям идешь не там, где соль. Вдруг ее уже зовет. Бегает. Ладно, гуляй. Да, она же то и натоптана, Серега говорит. Осталось ей сено положить. Сейчас мы ему откроем, чтобы он не лазил. По сугробам жестким ей тоже не особо. Зима у лошадей сено должно быть обязательно, особенно при таких морозах. Лёлик бегает свою подругу тут. Вернее, мороз приморозил прошлое сено. Вот, бабки, бабки много прям наложит. Скажи, офигеть, сколько мне наложили сена. Я столько не сожру. Давал куршет, а? Ну, она не голодная, она только что наелась. Поэтому... Поела, во-первых. Да, бабло. Сен тоже нынче не очень хорошо ест. Но он цельный овес-то. Трудом. Жрать не может, да кое-как.